Кольцо инструментального завода в ту сторону. Это одно из общежитий медицинского университета. Вот еще одно общежитие. Заправка. Там он виден долгострой, уже очень-очень много лет стоит в таком состоянии. Не понять, почему только. Какие-то дома частные здесь. Вот он. Долгострой, вернее. Ну, короче, здесь работы не идут никакие. Уже много-много лет. Домик сохранился с резными элементами. И, конечно же, везде припаркованы автомобили. Вот еще один старый домик. Там впереди, кажется, сопка, холодильник в облаках. Везде по городу идут какие-то работы, ну, видимо, связанные с отоплением, наверное. И вот весь город перекопан, ну, в разных местах. Стоит техника, траншеи всякие разные. А тут вот частный сектор какой-то. Можно там пройти. Или что здесь? Такого просто дорога какая-то. Вот там дома такие. А здесь уже никто не живет. Окна разбиты, дверей нет. Здесь тоже домики частные всякие в разном состоянии. Здесь целая деревня какая-то, оказывается.
Вот такой вот Владивосток, разный. Но говорю, какие-то дома уже видно заброшенные, каких-то еще живут люди. Вот здесь покосившийся домик стоит. Вот тут асфальт. Здесь вон какой-то богатый дом такой вон. Ну, в общем, живут люди как-то. Частные дома стоят тоже. Что здесь за улица, что здесь за адрес? Сейчас посмотрим. Круговая здесь улица. Круговая. Колонка стоит. Вроде как работает, потому что вот следы от воды. Ну и все раскопано. Здесь даже автомобили не перемещаются. Это вот железнодорожная больница или поликлиника. И везде идут работы. Здесь небольшой скверик с детской площадкой. Здесь рынок на Некрасовской. Он как-то горел здесь. Более современный такой рынок, так скажем. Больше здесь бутики такие, всякие разные.
цены, наверное, разные здесь. Дизайн микс. Что-то здесь для художников. Магазин какой-то. Там дальше книжный магазин и обувной, кажется. Здесь тоже что-то копают. Адрес: Океанский проспект 151. Вот этот дом. А это здание скорой помощи, кажется. Ну или что-то вроде этого. Там сопка-холодильник виднеется. Кондиционер трещит. Мельниковская, 103. Охраняемая территория.
железная дорога с левой стороны там. Видна электричка. На этой территории там видны вон кирпичи всякие. Строительный магазин какой-то, что ли. И электричка вон идет из города. Да, всякий разный кирпич продается здесь, видимо. Материалы. Кондиционеры, похоже. Океанский проспект 157. Так. Здесь не пройти. Нет. Это второй корпус медицинского университета. Здесь какие-то гаражи опять. Небольшой скверик возле корпуса университета.
здесь можно пройти или нет. Не знаю, можно ли туда пройти дальше. Но пока идем. Там находится станция Первая речка. О, а там стоит знак, что проход закрыт. К сожалению.
Ну вот они, владивостокские пробки. Так. Это у нас Океанский проспект 169. Похоже, дальше уже не пройти, наверное. Здесь по левую сторону водоканал находится. Машины идут медленно, можно проскочить. Приморский водоканал здесь, в этом здании, находится. Там дальше остановка Военное шоссе, потом Влад Хлеб, педучилище и третья рабочая. Вот. Время без 26, вечер. Пробки. Что это за улица, что это за дом? Военное шоссе 5. Вот этот дом. А за ним какая-то железнодорожная организация. На заборе вот такие вот эмблемы. Здесь какая-то общественная территория с лавочками. Ух ты, даже теннисный стол есть. Качели. Там тренажерчики, столик. Что-то на стене было нарисовано, надо посмотреть. Что тут нарисовано? Какие-то гуси-лебеди.
Здесь какая-то закрытая территория, видимо, железнодорожная. Раньше вот в этом здании было машиносчетное. На входе там стоял большой рулон бумаги и компьютер, который работал на перфокартах. Субару, автомобильный магазин, наверное. Военное шоссе 17. Что здесь. Перед домом асфальта нет. У народа на балконе сушится бельишко, прям так активно. Здесь такой вот дом-пароход. Ветерок подул. Военное шоссе. В ту сторону центр города. Электричка здесь ходит. Сопка-холодильник в тумане.